Сертификатов по программе «Молодая семья» в следующем году должны выдать в два раза больше, чем в этом. Об этом рассказали сотрудники Управления молодежной политики края. Чиновники убеждены, что прежде программа тормозилась из-за нерасторопных получателей. Напомним, в Барнауле прошла серия акций, участники которых возмущались тем, что в городе не работает программа «Молодая семья». Вопрос о темпах реализации проекта жители адресовали в социальных сетях даже президенту Владимиру Путину. Наши новости, в свою очередь, обратились к ответственным чиновникам в крае. По их словам, в следующем году молодым алтайским семьям выдадут порядка 500 жилищных сертификатов, из них 120 выделят на Барнаул. Специалисты отметили, что зачастую сами получатели сертификатов сдерживали темпы реализации программы. Несмотря на то, что программа очень популярна, существует ряд молодых семей, их немало, которые 9 месяцев, ходя со свидетельством, да, там, ссылаясь на то, что им было некогда оформить документы на жилье, просто-напросто они его не используют. И денежные средства, да, мы начинаем предоставлять другой семье. Ежегодное финансирование программы около 300 миллионов рублей в год. В следующем году 200 с лишним миллионов предоставит федерация по 80 край и город. Важно, чтобы все три источника вовремя профинансировали свою долю.